Дом.ру приглашает на работу студентов. Гибкий график. Телефоны для записи на собеседование 215-52-00, 8-920-30-14-00. Требуется машинист-экскаваторщик. Заработная плата 30 тысяч рублей. Трактористы. Заработная плата от 23 тысяч рублей. Полный социальный пакет. Иногородним общежитие. Телефон плюс 7-915-930-92-57. Колл-центр приглашает на работу операторов на телефоне. Опыт работы не требуется. График работы суточный, посменный. Заработная плата от 17 до 25 тысяч рублей. Запись на собеседование по телефону 211-92-20. Требуется секретарь-оператор на телефон. Заработная плата от 25 тысяч рублей. Работа в офисе на телефоне с клиентами. Консультирование клиентов. Запись на прием. Требуется специалист по планированию производства. Заработная плата от 25 тысяч рублей. Оперативное планирование производственного процесса. Составление сменно-суточных заданий по участкам производства. Высшее образование. Опыт работы от 1 года. Уверенный пользователь ПК. Знание офисных программ 1С. Требуется менеджер по туризму. Заработная плата от 10 тысяч рублей. Общение с клиентами в офисе по телефону. Подбор и бронирование туров. Расчет индивидуальных заявок. Опыт работы от 1 года. Требуется мерчендайзер. Заработная плата от 20 тысяч рублей. Разгрузка товара согласно накладным документам. Штрих-кодирование товара своего отдела. Выкладка товара согласно планограммам. Наличие и формирование ценников. Требуется кладовщик. Заработная плата от 25 тысяч рублей. Приемка и отпуск со склада запасных частей и расходных материалов. Оформление приходно-расходных документов. Знание номенклатуры запасных частей. Навыки работы в 1С. Требуется флорист. Заработная плата от 25 тысяч рублей. Составление букетов и композиций любой сложности. Уход за срезанными цветами. Опыт работы от 1 года. Требуется начинающий специалист в отдел телемаркетинга. Заработная плата от 20 тысяч рублей. Работа на телефоне с готовой клиентской базой. Запись на прием к специалистам. Подтверждение встреч. Консультирование по телефону. Ведение отчетности. Опыт работы. В Нижнем Новгороде наблюдается повышенный уровень конкуренции в пользу работодателя. На одну вакансию приходится 6 человек. Самая высокая конкуренция наблюдается в профессиональных областях. Государственная служба – 32 человека на место. Высший менеджмент – 13 человек на место. Юристы – 9 человек на место. Среднестатистический соискатель в Нижнем Новгороде – это мужчина или женщина в возрасте от 26 до 35 лет, с опытом работы от 3 до 6 лет, в основном с высшим образованием.